«Щедрое сердце. Вкус жизни». Названия этих и многих других волонтерских проектов говорят сами за себя. С начала 2012 года неравнодушные омские студенты помогали тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Итогом такой добровольческой деятельности стала ярмарка студенческих волонтерских проектов, которая состоялась 5 декабря в областном экспоцентре. Около 200 участников, среди которых студенты, руководители и преподаватели учреждений высшего и среднего профессионального образования, представили на выставке 20 проектов. Наш проект – это помощь детям с синдромом Дауна, детям с ограниченными возможностями здоровья. Я занимаюсь этим, потому что это поможет моей дальнейшей профессии, потому что мне это нравится. Эти искренние детские глаза, когда видно эти детские эмоции искренние, это очень, интересно, очень мне нравится. Волонтерский центр Омского университета «Путей сообщения», помимо подготовки волонтеров для Олимпийских игр, еще занимается различными социальными проектами на территории Омской области. Один из проектов – это «Игры нашего двора». Проект направлен на то, чтобы дети и молодежь Омска возвращалась к тем активным играм, которые у нас проходили во дворах, когда мы все были маленькими. Развитие волонтерского движения в России и Омской области – одно из приоритетных направлений реализации государственной молодежной политики. Ярмарка добровольческих проектов проводится Министерством по делам молодежи Омской области в рамках долгосрочной целевой программы «Новое поколение». Оценка эффективности реализации этой программы как раз будет оцениваться по количеству, собственно, волонтеров, действующих в том или ином регионе. С точки зрения государства, волонтерское движение – это очень важная составляющая деятельности молодежи. И, собственно, наше министерство всегда поддерживало эту деятельность. И сегодняшнее мероприятие как раз является одним из этапов поддержки этой деятельности. Итогом ярмарки стал финал конкурса на лучший волонтерский проект, реализованный студентами в 2012 году. Победители – Омская государственная медицинская академия, педагогический колледж номер 1 и университет физкультуры и спорта получили дипломы и финансовую поддержку на развитие добровольческих инициатив.